Я представляю, до нашої студії завітала Анна Ганжул, позаштатний радник міського голови з питань впровадження роздільного збору відходів. Знаєте, така акція цікава. Доброго ранку тобі, вітаю тебе в студії. Слухай, сьогодні такий день, от Всесвітній день захисту навколишнього середовища. От я знаю, що ти от постійно якісь організовуєш, і ваша команда організовує заходи, які саме впроваджують те, щоб допомагати нашому зберігати довкілля природу Миколаєва. І ось нова акція – збір, роздільне сміття. Що це таке? Звідки взялась ідея? И как вы его сейчас проводите в месте? На самом деле мы уже занимаемся этим направлением более 3 лет в Николаеве. И начали мы наш проект с 2016 года. Стартовала он у нас, наша идея стартовала, и мы решили именно начать с наших школ, с детей, потому что все-таки детки – это наши агенты изменений. И действительно очень важный процесс – сортировка отходов. Что же это такое? На самом деле это очень легкий, увлекательный процесс, и можно его назвать положительной привычкой. Такая же положительная привычка, как бегать по утрам, к примеру, или же правильное питание. Только для всей нашей планеты, которую мы можем с вами внедрить в нашу жизнь и тем самым улучшить состояние нашей окружающей среды. А сортировка отходов помогает тем, что наши отходы с вами не попадают на полигон, они не попадают на захоронение, и они не попадают на стихийные свалки, которые также существуют в нашей стране. А наши отходы, пластик, бумага, тетрапак или же другая какая-либо фракция, попадают на переработку, и тем самым мы даем вторую жизнь этим вещам. Тобто таке перенародження, да, так? Да, реінкарнація, да. Сміття можна, да, назвати. Так, да, 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 можна так це абсолютно вірно назвати. І тим самим ми допомагаємо очищати нашу окружаючу середу і дійсно не допускати того, щоб загрізнялись наші почви, наші водойми. І, собственно, тому ми почали наш проєкт зі школ. Так, ну а як ж впроваджували школу? Бо це ж теж звичка така, яку треба її якось, щоб запам'ятали, почали звикати до неї. Можливо, якісь були, от як це відбувалося все в школах? На самом деле все у нас начиналось очень интересно, очень интерактивно. И началось у нас все с обучения, с такого тренинга для наших школьников и для педагогов. Для того, чтобы они в таком тандеме собрались и внедряли этот процесс у себя на месте в каждой школе. Мы собрали в 2016 году осенью представителей всех школ нашего города и учеников, и также администрацию школ, и провели им 2-дневное обучение. И, собственно, там мы донесли важность процесса сортировки отходов, ну и, конечно же, подумали о различных поощрительных моментах. Нашим партнером в этом проекте стала компания PepsiCo в Украине, и благодаря нашим партнерам нам удалось закупить контейнеры для раздельного сбора отходов для всех школ нашего города в перспективе. Вот. А начали мы с 4 школ, и именно 4 школам мы победителям, мы от компании PepsiCo подарили контейнеры для роздільного збору відходів на нашому першому етапі. Давай трошки детальніше по контейнерам, бо вони ж різного кольору. Як, що, як, куди викидати? От, зелений, там, червоний, коричневий, розказуй. На самом деле, да, действительно, есть мировая практика, есть разные цвета контейнеров. Именно поэтому мы установили контейнеры. На контейнерах у нас, во-первых, они у нас разных цветов, действительно, и также у нас есть наклейки. Вот, наклейки с рисунками, что, куда нужно выбрасывать, еще, да, для того, чтобы те, кто не совсем ориентируется даже по цветам, могли сориентироваться по картинке, по изображению на контейнере. Всегда мы говорим и учим наших школьников, и также, я думаю, это пригодится всем, что пластик, к примеру, нужно обязательно спрессовывать. Благодаря этому у нас появляется больше места в контейнере. Ну и, конечно же, это касается тетрапаков, наших соков. Класс, знаете, бутылки так зевнув, одразу так, ух, легше стало, выкинул, пішов далі. Да, да, да. У нас даже детки проводили мастер-классы и показывали, как они это делают. Очень интересно наблюдать, потому что они, к примеру, ложат упаковку от сока или же пластиковую бутылку и начинают на ней прыгать. Вот, и тогда она очень-очень плотненько спрессовывается.
Ну, діти стараються. Да, да, они стараются очень сильно, и нам даже вот в этом году подарили также контейнеры красивые в виде ладони или же в виде дерева, такие они очень яркие, как раз-таки для тетрапака. Одноименная компания Тетрапак подарила нам контейнеры для Тетрапака, и теперь наши детки имеют такие замечательные контейнеры, и в них, кстати, специально очень такие маленькие прорези, и для того, чтобы детки понимали, чтобы что только знали, да, что только спрессовывая можно воспользоваться этим контейнером. Дійсно цікава річ така, знаєте, сортування сміття. Як взагалі миколаївці, діти, добре, ми зрозуміли, дітям це навіть подобається, мені здається. Як миколаївці дорослі до цього призвичаються, і як зараз в Миколаєві взагалі ситуація з тими паками, от такими, ну, пачками, от розкажи, як ви впроваджуєте в Миколаєві, не тільки серед школярів. На самом деле, наш первый этап проекта это как раз-таки школа. И вот 3 года мы работали вплотную со школами, потому что в первый год мы смогли обеспечить только 4 школы благодаря нашим партнерам. А уже на следующий год к нам подключилось, скажем так, помощь наше управление образования еще больше, потому что за счет именно управления образования городского были закуплены контейнеры абсолютно для всех школ города. И теперь Николаев первый в Украине город областного значения, где абсолютно все школы города сортируют отходы. Конечно, где-то это получается лучше, где-то чуть-чуть хуже, но все стараются, и я уверена, что так еще больше, прилагая усилия, у них получатся еще лучшие результаты. А что касается еще дополнительной мотивации, и вот мы говорили о тренингах, я думаю, что это будет полезно не только для школ, но и в том числе для других категорий взрослых людей, собственно. Но начну на примере школ. Как вариант, мы делали такой один из тренингов, наш последний, и там было одно из заданий для деток нарисовать, у нас же школа получает дополнительные доходы благодаря сдаче и сбору вторичного сырья. Да, да, есть такая дополнительная действительно мотивация, и мы специально дали школьникам нашим задание. Они, зная расценки на макулатуру, на пластик, который они собирают, и, собственно, у них забирает компания потом, они, зная эту информацию, подсчитали, к примеру, сколько в школе нужно собрать пластика, макулатуры для того, чтобы купить Xbox, проектор, экран, оборудовать музыкальной аппаратурой какой-то дополнительной свои актовые залы. Все это у нас просчитывали школьники, и теперь каждое ученическое самоуправление знает, к чему стремиться. Вот я круто про просто, от знаєте, подобається ця ідея тим, що вже з малого віку ви призвичаєте їх до того, щоб робити наш світ, нашу країну і місто прославляти, бо от першість серед інших міст України, це дійсно круто, що саме з такого питання. Слухайте, дякую вам за таку ідею, дійсно класно. Я думаю, і дорослі вже почнуть більше підключатися до цього і розвиватися більше. Бажаю вам, щоб ви дійсно розвивалися і було, і ми були серед і світу навіть краще. Ось так. Дякую вам. Нагадую, сьогодні до нас завітала Анна Ганжур, позаштатний радник міського голови з питань впровадження роздільного збору відходів. Розказала, що як це відбувається, я пропоную дійсно підключатися до цього, щоб ми могли і вдалі милуватися спокійно нашою природою.